Здорово, народ, вы на канале Арти, у нас снова Смайт. Я вам выпустил ролик про боевой пропуск, и если вы не видели, можете посмотреть его, вот здесь будет подсказка где-то вот тут, наверное. Но не суть, там помимо боевого пропуска в обновлении 23 числа будет еще один ивент. Событие называется «Когти тирании», я хотел бы о нем поговорить и, собственно, вам показать, поэтому давайте начинать смотреть. Итак, вот так вот страница главная выглядит. Давайте прочитаем и сразу и поймем, что это вообще такое. Ну, я заранее могу сказать, что это донатный ивент, похоже на предыдущие все ивенты. Но нам что, нужно посмотреть, что там за лор, если он есть, что за квесты. Ну и в общем и в целом такой коротенький обзор на новый ивент. Так, Когти тирании. В этом событии будет 4 главы по одной на обновление. В каждой главе будет событие сундук с 5 обликами и косметическим набором. Блин, 5 обликов, это нормально. После выпуска новой главы на сундук некоторое время будет действовать скидка до выхода следующей. Логично. То есть вообще самое выгодное — это купить все и сразу. Там будет такая кнопочка, ну вы видите, вот купить все. То есть это самый выгодный вариант. Но, соответственно, самый выгодный вариант — это купить по моей реферальной ссылке. Поддержать деда надо. Вот. Вы можете открыть сундук главы или приобрести понравившиеся облики в магазине напрямую. Напрямую он будет в разы дороже стоить, как обычно. При покупке любого предмета из главы вы разблокируете квесты этой главы, за которые даются самоцветы. Вот это интересно. Чтобы получить нелимитированную награду, главу, нужно открыть все предметы из этой главы. Ага, то есть у каждой главы еще и лимитированная награда будет. Откройте все предметы из 4 глав событий, чтобы получить нелимитированный облик Чака. Мы его сейчас купим и сразу посмотрим, чтобы понимать, имеет ли смысл вообще донатить на этот ивент. Но на самом деле здесь остальные главы будут закрыты, да. Собственно, они будут закрыты, да, готовятся к выпуску. А квесты мы тоже не узнаем. Среди бесконечных песков пестрит прекрасными цветами таинственный сад. Блин, еще и в виде загадок что-то забавно. Награда, ну то есть за все главы 400 гемов. Ну, тоже халявных 400 гемов, почему бы и нет. А первая глава будет открыта. И в этой же первой главе я сразу говорю, что два охреневших скина, которые, ну, по-любому нужно покупать. Во-первых, на Цукиёми наконец-то забавный облик бит-убийца. Выглядит он очень круто, как по мне. Я по-любому, наверное, буду брать. И вот этот вот скин. Ой, как давно вот этот скин предлагало сообщество для хайрезов. Очень давно его нарисовали ребята, очень давно предложили, и вроде бы как давно его обещали ввести, его только сейчас вводят, он просто выглядит вообще, ну просто божественно. Так, и третий, который будет открыт, облик на скаде, который закрыт. То есть в группе Smite Pro мы, скорее всего, уже видели превьюшку этого скина. Это что такое? О, ля, здесь есть лор, ну, в общем, если что, на паузу ставьте. Прочитайте, честно, лор не так интересен для меня, как скинчики, ну и сам геймплей, вот. Ну, собственно, самое забавное, что они все-таки делают этот лор, и это прикольно, они связывают все-таки историю, как бы боги из разных мифологий связаны, это круто. Так, награда главы у нас будет Чиби Танатос. Чиби Танатос, блин, я вот не люблю чиби скины, но Чиби Танатос выглядит офигенно. Просто офигенно. Я не буду рассматривать полностью скины, там, войспаки, их и все остальные анимации, неважно. Моделька божественная. Короче, первая глава уже имба из-за трех скинов. Так, и финальная награда, блин, интересно, есть? О, да, смотри, какая. Блин, как он выглядит круто. И карточка у него зачетная. Слушайте, ну это будет Т5, да, я так понимаю? Да, это будет Т5, посмотри, он меняется. Слушайте, ну это зачетный ивент. Предыдущий мне не так понравился, как этот. Блин, это круто. Ну, в общем, я могу купить здесь все на ПТС сервере, да? Но увидеть, что я смогу увидеть? Только Чака лишь. Чака, Скади. Не, ну в принципе мы можем посмотреть эти новые скины. Вдруг кому-то будет заранее интересно, как они выглядят. Блин, я даже наушники одену, чтобы войспаки послушать, потому что, ну, Чак выглядит просто офигенно. Так. Войны. Где Чак? Давайте посмотрим. Да, смотрите, какой он офигенный. Ага. Одел наушники. Понял. Но, слушайте, в любом случае, это Т5 скин. Потому что у него как минимум две формы есть уже, которые, видимо, ну, непонятно, как они меняются, но как-то они меняются. Выглядит офигенно. Получается, остальных тоже, да, не посмотреть. Ну вот, хотя есть Чибик.
Интересно, а что за Скади? Я как мейн на АДК не могу не посмотреть на Скади. А, может быть, там тоже будет зачетный скин, который я очень-очень захочу. Где он? Ну да, собственно, его и там не видно, потому что его еще, видимо, не завезли от слова совсем. Ну да. Ну, в общем, тут смотреть-то особо пока что нечего, на самом деле, в, этом, как, в этих когтях тирании. Но видим Цукиёми классного, видим Ра классного, видим забавного Танатоса и охрененного Чака. Слушайте, ну брать по-любому нужно. Нужно будет посмотреть, он, наверное, в районе 8000 гемов будет стоить. Короче, те, кто будет брать, ставьте плюс в комментарии. Пишите, как вам скин на Чака, как вам скин на Ра. Просто это офигенный скинчик, который я... Ну, я лично очень ждал его, если честно. Выглядит он очень круто. Поэтому давайте, отписывайтесь, ставьте лайки. У меня по статистике 48% людей смотрят без подписки. Меня это крайне калит, если честно. Поэтому я жду твоей подписочки. Давай, палец вверх, палец вниз, если не понравилось. Пишем комменты и спасибо вам за просмотр. А, ну и реферальную ссылку. Реферальную ссылку на гемы не забывайте. Поддержите деда, блин. Дайте деду жить. Я шучу, парни. Спасибо вам огромное за поддержку. Все.